Раз, раз. А я мама Чека. Поздравим его. Джо уехал, к сожалению, не успел. Yo. У него завтра тур огроменный. Я, друзья. Оля. Я моя хочу... ученица Оля. Я хочу, Синяева. Чтобы в данный момент вы приветствовали. Это моя мама Раиса Саидшах. Yeah. И моя ученица Оля Синяева. И один иди вопрос. Сюда. И один вопрос. Джазовая певица Оля Синяева. О, Оля Синяева. Которая... Это будет жарко. С этого года. Друзья, один вопрос. Вы хотите еще? Вы хотите джема с моей мамой? Я наконец-то. Окей, держитесь, Оля вы сами Синяева напросились. Оля начинает работать с кролом, она джазовая певица. Совершенно потрясающая моя ученица. Академия имени Гнесиных, второй курс. Представляю. Чек, я тебя поздравляю. Я тебе желаю. Смотри, сколько у тебя друзей. Спасибо вам, есть. Что вы пришли. У него столько прекрасных друзей. Все, кто любит Тимура. Я потом убедилась Чека, сегодня. Поздравьте его, наконец, с русского альбома. Эй! И спасибо его маме. Одна любовь, друзья. Окей, мы начинаем джем. Начинаем. Сразу говорю, мы нифига не готовили этот джем. И сейчас будет чистый фристайл, а? Чеки. Если кто-нибудь любит фристайл, а? Йо. Окей. Йо, Бахтанг. Братья, ай. Прошу приветствовать момент Батишту. Подтягивается вся наша туса. Рома Жиган здесь. Но в первую очередь я хочу дать микрофон моей маме и Оле Синяевой, а? Аплодисменты маме еще раз. Аплодисменты! Сэй! И бабушке, которая вот здесь! Анна Саидшах! И перед тем, как мы начнем джем, мы хотели бы всех вас, пока туса на бэкстейдже, попросить поднять руки в честь тех людей, которые не смогут сегодня попасть. Они не смогут попасть уже никогда сюда. Это Михей. Сэй! Это Димс. Это Радмир. Это мой близкий друг Диджей Дли, который недавно разбился. Это молодой. Это МС молодой, который хотел, и он ждал этого момента, но не смог сегодня приехать. Но я уверен, что они все наверху сейчас кайфуют и смотрят на нас. Зажигалки! Давайте сейчас мы отдадим дань памяти им. Этот джем сейшн мы посвятим им. Итак, мы начинаем. Покойтесь это миром, чек. Друзья. Отражение клуб «Икра» 11 сентября 2009 года. Специально для вас. Эй! Yes. Что происходит, брат? Yes. Что происходит, брат? Что происходит, брат? А что происходит, чек? Окей. О, отец, здесь шум и ярость, боль и страх лежат на каменных весах. Я как искра, я рвусь из пламени костра. В затерянном гетто войны, потерянный в дебрях зубы. Знаю, поможешь только ты. Я пел и кричал, и взывал к небесам. Но свет в конце дня все равно угасал. Эхо искало приюта у слуха, но гасло в ответ, не расслышав ни слова, ни звука. И нечем нам было прикрыться в начале. И теперь же раздетый бездомный в конце. Отчалив мы ждали, но мир не причалил. Прости, не узрели мы сына в отце. Мы дышим и любим, и плачем, держать друг за друга, а за пределом круга близких все воинственно, страшно и грубо. Кричу три раза, собран мой чемодан. Отпускай землю, лечу к твоим небесам. Йо. Что происходит? Детям негде взять еды. Что происходит? Женщин гонят, как рабы. Что происходит? Слезы близких, кровь войны. Что происходит? Плачет раненая жизнь. Пыча на подаче, как на футбольном матче. На раздаче приказе со 100% отдачи. Иначе ты получишь дачи. И ты знаешь, в чем наша задача. Врача, если ты в игре, тебя будет ждать удача. Неприкасаемый в хип-хопе всегда будем в топе. Послушай, твои шансы, ты оказался в жопе. Оригинал.
Всегда круче копия, мы на другом уровне. Так как мы против разницы, меня за недели семь париков через горло в теле. Мы в теле сначала с этими, потом с теми напуренной дурью. Я жарю щегом на дуре, куме из дури по дороге все. Там наша пуля на берегу рули, берем ла-ла-лапы золотую. Даже я не протестую, все слова в голосу. Потом беру другую, во мне кузней танцую. Шепчу ей по-французски, ты моя ма. Что происходит? Скажи мне, что происходит, мой друг? Что происходит? Скажи мне, что происходит, мой друг? Что происходит? Скажи мне, что происходит, сестра? Что происходит? Yeah.
хотел сказать. Меня ни хрена не слышно, но... Я хотел сказать одну вещь. Когда вы будете приобретать альбом Чека, не покупайте пиратскую продукцию, покупайте только лицензию. Этим самым вы докажете свою любовь к этому человеку, к артисту, который шел к этому очень долгое время, не год и не два. Дамы и господа, ваши аплодисменты, Чек! Давайте проведем эту ночь